Стоянка для автотранспорта возле Америевского карьера сегодня заполнена автомашинами. Сюда на субботник приехало более 100 человек, чтобы собрать на берегах водоема мусор. Субботник проводится волонтерской организацией «Засучим рукава». Инициатива в основном как раз-таки идет от местных жителей, у которых душа болит за конкретный уголок на природе. И если такие люди появляются, мы на это реагируем, собираем ребят-волонтеров, выезжаем на локацию и помогаем местным убирать их природный уголок, который они любят. Этот водный объект – один из красивейших в Московской области. На выходные дни сюда приезжают и местные жители, и сотрудники работающих на территории округа предприятий. Одной из них – компания GRC. На этом карьере мы очень часто проводим наши какие-то корпоративные мероприятия. Мы здесь отдыхаем, катаемся на сапах, это во внерабочее время. Здесь мы погружаемся, занимаемся дайвингом. Доломитовый карьер для нас точка такая важная. Мы хотели бы, чтобы вот эта точка, она такая превращалась в красивое рекреационное место, на которое мы будем приезжать, на которое будут приезжать жители города Щелково. В субботнике принимают участие члены политсовета местного отделения партии «Единая Россия». Подобные мероприятия регулярно проводятся в рамках партийного проекта партии «Единая Россия. Чистая страна», и мы надеемся, что участников в ней будет каждым днем все больше и больше. Среди участников субботника и сотрудники администрации округа. Председатель комитета по культуре и туризму Анастасия Кот попросила записать ее обращение к тем, кто оставляет после себя мусор. Мы видим тут многочисленные банки, склянки, бутылки, да. И вот ты вроде пришел в чистое место, ты получил вот это удовольствие от отдыха. Забери все с собой, потому что после тебя кто-то еще хочет отдохнуть. И печально то, что у нас на самом деле в Щелково ведь не так много мест, где можно отдохнуть с семьей, отдохнуть с друзьями, молодежью, вот именно где есть кусочек прохлады, да, в виде озера, на котором мы, вот на карьере, на котором мы находимся. Численность субботника показала, что в Щелкове много неравнодушных людей, для которых бережное отношение к природе – это норма. После субботника на убранных территориях остались таблички с надписями, сообщающими о том, что здесь теперь стало чисто. Хотелось бы, чтобы их труд ценили и уважали те, кто приедут сюда отдыхать. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.